Новый контент, набор одежды, служитель темного культа. Вы посмотрите, что у нее в руках. О-о-о-о-о. Ну что ж, давайте посмотрим на этот скин. Вот такая вот, я побоюсь этого слова, красавица, ребятки. Вы посмотрите. Офигеть, что это швелится. На макушке, на лице, на бюсте, на ногах. Боже мой, это, кажется, червячки, ребятки, ее поедают. Возможно, это какая-то процедура, которая очищает омертвевшие участки кожи. Но мне кажется, ее нужно полностью съесть, чтобы очистить. А служительница темного культа. Тело верховной жрицы покрывали разбухшие нарывы. В отчаянии она обратилась к запретным ритуалам темного, давно забытого культа. Ну что ж, поиграем за этот новый скин, покупаем. И let's go в карточки, ребятки. Приятного вам просмотра. Guest Heaven, свалка Auto Heaven. Я специально взял Memento Mori, чтобы поближе вам показать. Ну что ж, начинаем искать. Так, вот фонтан. Давайте и запьем из него. Сначала заразим генераторы, чтобы их не чинили хотя бы какое-то время, либо чтобы чинили, но при этом заразились. Это мне поможет. А теперь идем на поиски. Кто-то должен заводить. Ага, уже слышу, вон она. Кладеточка, ну-ка. Хороший шанс. На открытом поле давайте еще разок. Должен достать. Отлично, отличненько. Быстро поймали, не прошло и минуты. Это хороший знак. Это очень хороший знак. Очень важно вначале быстро поймать первого выжившего. Это будет означать то, что другие не будут заводить генераторы. Заводят, да. Ну, в общем, все равно кто-нибудь пойдет спасать. Вон они втроем, я их вижу. Раз, два, три. Да блин, да блин! Надо было за это идти. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Куда ты делась? Побежал спасать. Кладетка, ну-ка, ать, ать, ать. Достал, попал, нормально. Еще разок надо ударить. Куда, куда побежала? Ага, отлично. Должен догнать. Так, одна уже висела, это хорошо. Сейчас вторую кладетку поймаем. Это какая, смотрите. Так, ну-ка, ну-ка, а ты куда побежал? Иди сюда. Какой наглый, смотрите. Мимо меня пробежал. Эш, ну куда ж ты бежишь? Так. Ты что, сам себя в тупик решил загнать? Ну давай. Заразим палетку. Заранее. Давай, иди сюда. Раз. Что ты делаешь? Ты что делаешь? Два. Отлично. Это было легко. В смысле? Это ливер, ребятки, это ливер. Блин. Ливок, недотрога. Боже мой, как же я их не люблю. Потому что я его тронул, задел, он решил ливнуть. Как же это бесит. Недотрога, боже мой. Нельзя было его трогать, ребят. Не надо было его ловить. Но я же не знал, что он недотрога. Если бы я знал, что он недотрога, я бы его не стал ловить. Откуда я знал, что это недотрога? Боже мой. Хоть бы сказал, что я не дотрогаю, не надо меня трогать. Ладно, дадим ему просто репорт. Почему-то некоторые говорят, зачем ты им даешь репорт, зачем ты им даешь репорт? Боже мой, пожалей их, пощади их. Ребят, то, что я им даю репорт, как многие говорили, это ничего не значит. Это просто высказывание разработчикам очередной раз. Никак я их не отвлекаю, просто высказался. Репорты дают программа автоматом. Разработчикам, я думаю, некогда каждого проверять. Но если чересчур прям что-то жестоко, то они проверяют. А так, то, что он ливает, он автоматом может бан получить. На свой страх и риск. Ну, я просто высказываюсь нехорошо о них, потому что они подставляют свою команду. Подставили троих бедолажек, бедных выживших. Могло бы у них все намного лучше пойти, если бы не Эш. А Эш вас подставил, предатель.
подставной. Ну, мне момент о море. Сейчас, чтобы виднее было. Вот куда-нибудь сюда тебя положим. Вот. Хорошее место. Все из-за Эша. А, лежать. О, вы видите этих червячков? Ползают. Вон на макушке. Они везде, как муравьи какие-то, да, мураши. Одна выбыла. Осталось двое. Но одну мы еще можем наказать. Я думаю, заманов, если будут новые скины, я все-таки буду стараться делать Мементо Мори. Ну, две катки. Одну катку с Мементо Мори, другую простую. Чтобы можно было оценить. Ну вот наклоны я даже не знаю, смысла, допустим, нету. Есть такие маны, где нет смысла показывать. Потому что, ну, того же клона не показывают в полный рост. Какая ж ты, смотрите. Ждала, ждала, чтобы ударить. Но там сейл, молодец. Тут пол проваливается, ребят. Земля уходит. Зыбучи пески. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот тут ты себя в тупичок загнала, конечно. Блин, надо было фейкануть как-нибудь. Она бежала, только круг сделала. Молодец, короче. Я мог прям там ее поймать. Ать, не успела. Ну-ка. Я ж тебя... Да, отлично. Ты висела. Я тебя ловил. Так, вот хорошее место. Ну-ка, сейчас посмотрим. Посмотрим сейчас. Ать, лежать. Отдыхай, пока я заклинание произнесу. Ну-ка. О, боже мой. Ты голодная, а? Покушай немножко. Ребят, с ней все в порядке, я просто их покормил немножко. Знаете, как птички кормят своих птенцов. Также я покормила вот этих сурвов. Где-то здесь. Я никому зла не желаю. Никому не желаю, О, боже мой, что я говорю. В общем, никому я зла не желаю, я просто хочу их поймать и наказать. По-доброму, конечно же. Иди сюда, кладка. Поймана. Я тебя поймал. Это ж догоняшки. Dead by Daylight это добрая игра. Так. Это же вам не Mortal Kombat, где там расчлененки. Тут такого нету. Это самая добрая игра из самых злых игр. Так, ну все, ребят. Я вам показал Мементо Мори. Два только получилось. Эш все испортил, возможно, все было бы по-другому. Эш бы кого-то спасал, кто-то спасал Эша, я бы вам 4 показал Мементо Мори. Но, к сожалению, Эш недотрога все испортил. Левок недотрога. Прям как ливерная колбаса, знаете? Вот такие вот леваки. Ненавижу ливерную колбасу, так же, как и леваков. Ну все, написали жалобу. Давайте следующую катку уже играть. Бледная роза, гнилое болото. Оля-ля, ребятки, что нам показали? Неплохо, неплохо. Так, ладно. Я смеюсь, там просто ужас, наверное, что творится. Ладно, давайте уже ловить. Сурков. Сурвов, простите. Так, один бегает с глазиком, да? Бегай. Доберемся до тебя еще. Кто-то глазик берет, потому что маны в основном не обращают на них внимания, стараются. Кто-то берет наоборот, чтобы маны обратили на них внимание. И вот фиг сейчас разберешь, стоит или не стоит обращать. Ой, спряталась, я тебя вижу. Заметил. Привет. Привет, детка. Красотка. Так. На опережение. Вон она. Отлично. Давай. Милаха! Тоже в Death Garden играла.
В общем, легко определить, если у сурва такая маска, значит, она достается только тем, кто играл в Death Garden. Вроде как. Вроде ее нельзя купить, вот только тот, кто играл в Death Garden. А я играл. Так. Одна поймана, причем быстро, это хорошо. Это прям хороший знак. Если ты успел за минуту-полторы поймать, то значит катка в твоих руках. И теперь... Теперь кто-то бежит спасать. Возможно один, возможно двое, возможно все трое бегут спасать. Это значит никто не заводит генераторы. А если заводят, то минимальное количество. А я не знаю, почему она перестала сопротивляться, она просто сдалась. Ну ладно, это нормально, это, по крайней мере, она не ливнула. Она сделала, то, что она не ливнула, она сделала и себе лучше, и мне лучше, по крайней мере. Сурам от этого не лучше, а вот мне и себе она сделала лучше. Ну, лучше бы, конечно, она сопротивлялась, вот это было бы идеально, до конца. Так, сейчас закончится у меня кровавая жижа. Кровавое месиво. Ах ты! Под ногами! Под ногами, видели? Сидела такая. Слушай, она незаметная, неприметная. Иди сюда. Возьмешь у меня интервью, а? Джейн Ромеро. Куда? Куда ты полезла? Я догоню тебя. Ать по спинушке твоей. Поймана. Твою ж, блин! С фонарем! Фэнгмин, я тебя не заметил! Я думаю, кто там топает? Фэнгминушка. Я ж тебя поймаю. Ладно. На теперь дубль 2. Давай, где ты? Выходи. Топает, топает. Получай. А? Чё, хочешь? Нет, 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 я не пойду туда, хитрая какая. Скинула палетку. Ах, лиса. Ах, хитра. Рыжие волосы тебе надо. Чтобы соответствие было. Спряталась. А я тебя вижу. Ого-го, да-да-да. Что ты щелкаешь? Что ты щелкаешь, щелкунчик? Иди сюда, мой щелкунчик. Так. Щепочка-то моя. Сейчас мы тебя повесим. Виси здесь. Так, что-то не снимают никого. Двое висят. А где третий? Он решил вас не спасать, кажется, да? Хочет сбежать через люк. Ну, давай, давай. Пробуй, пытайся. Оп, 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 спалился, спалился. Я тебя заметил. Где ты? Ты еще и хромой? Надо прислушиваться. Тихо. Вот он. Красавчик, вот он. Ру-ру-ру-ру-ру. Пойман. Быстрая катка получилась. Хотелось бы побольше. За это я тоже не очень много получу. За такую короткую катку. Но все же больше. Что всех поймал без мемента море. А это за то, что не спасал своих тиммейтов. Вот. Кушай на здоровье. Борщик. С горохом. Смотри, он смотался. Сбежал. Куда ты побежал, а? Сбежавший. Молодец, вырвался. И оглушил меня. А я в бешенстве. Чё он встал? А чё он стоял? Дружище. Зря ты стоял. Ать. Крутануться хотел. Какой ты. Пойман, пойман. Ну теперь уж точно. Я думал, может, у тебя осколок. Но, видимо, нету. Да-да-да. Ну что ж, ребятки. Новый скин на чуму. Показал он Минта Мори. Показал он две игры.
слишком быстрые, слишком легкие. Где все мансеры, я не знаю. Куда они делись? Беспощадный убийца. Так, хранители выполнили, можно награду заполучить. Но я пока что не хочу забирать прям все, потому что жду нового мана, стрелка и новую выжившую кассира. Вот, на них потрачу миллион. Я вот хочу, вот, чтобы примерно у меня был миллион. Я как раз заберу награду и получу миллион. Торт! Капец. Зачем он брал торт? Хотя бы посопротивлялся бы. Ничего же не заработал. Забираем награду. Так. Вот это я пока, наверное, оставлю. Думаю, потом заберу. Как раз тут около соточки. 80. Так, у нас уже 30 уровень. Потихонечку прокачиваемся. 30 дней еще, ребят. Я думаю, успеем. Хорошего настроения. Спасибо, что поддерживаете канал. С вами был AliExPlay. Всем пока-пока.